1-0 وسط ضربة كبر الدفاع. مش معقول دفاعات برشلونة. ماسكيرانو والنوم في العسل. ينطلق الأرجنتيني غونزالو ويفتح بوابة التسجيل. شوف الخطأ القاتل، شوف الخطأ الفادح. المرة هذه يضرب مليح. ريال مدريد 1-0 غونزالو جواين. لولا ضيعها الثاني ما يرحمش. الغدار ينطلق في قلب الجدار ويضرب في كورة في قلب المرمى لتهز شباك برشلونة بأولى الكرات عن طريق غونزالو إيغواين. Соперника опять жесткая борьба, опять выход быстрый из обороны. Блестяще обыгран был Пике. Криштиану, бить можно Криштиану, бьет, 2-0. Это было серьезно, но и безусловно португалец здесь продемонстрировал нам часть своего футбольного гения. Как был отыгран Пике одним движением. Еще раз посмотрим. Задергался Пике, а Криштиану Роналду хватило одного единственного момента. Вот здесь чуть мяч отскочил назад, глянул, пробил и опять под опорную ногу Вальдесу попал. Конечно, когда у Барселоны получается фирменная игра, восхитительная. Месси. Бьет Месси. Гол! Вот это исполнение! Со штрафного в самой концовке! Речь была о том, что талант он как похоть. Трудно утаить, еще сложнее симулировать. Вот Лео Месси, по-моему, сейчас проиллюстрировал. Неожиданно!